В Ботсване, стране на юге Африки, найдены мертвыми сотни слонов. Правительство сообщает о 275, а национальный парк – более чем о 400 слоновьих трупах. Их обнаружили в дельте Окаванго, и причина смерти животных пока неизвестна. Возможно, это отравление. Некоторые ученые не исключают даже коронавирус. Все слоны погибли за последние несколько недель. Находить туши начали в начале мая. Это животные разных возрастов. Браконьерство исключают, поскольку внешних повреждений на телах нет, бивни на месте. Специалисты уже называют эти смерти одним из крупнейших бедствий для популяции слонов в этом веке. Она и так уменьшается из-за браконьерства. В Ботсване обитает треть всех африканских слонов, и благодаря кампаниям по восстановлению в конце 90-х годов их численность с 80 тысяч возросла до 130 тысяч. При этом некоторые африканские фермеры продолжают считать слонов вредителями, которые уничтожают урожай. Образцы тканей погибших животных отправили на исследование сразу в три страны – Зимбабве, ЮАР и Канаду.